Доброе утро. Сегодня мы будем разбирать наверняка звездную пару, да? Что-то интересненькое ты нам расскажешь, что же, о чем ведают их жесты, эмоции. Да, даже не звездную пару, а звездный треугольник. Треугольник! Да, то, да, что да. У всех на слуху. Конечно. Из-за чего Инстаграм Леди Гаги стал русским. Да, да, да. Точно. И там можно и купить гараж, и узнать рецепт шашлыков, борща и всего остального. А вот это я с мамочками, мамочкой в декрете зарабатываю от 30 тысяч. Да, и это тоже, есть? Да, да, да. Обязательно зайдите, я посмотрите. Зайду обязательно. Ну, давай, давай. Давай, рассказывай, что там? Ну, фабула дела всем известна. Пара Брэдли Купера и Ирины Шейк, по слухам, распадается. И причиной распада стала Леди Гага, с которой Брэдли Купер завел роман на съемках недавних съемках фильма «Звезда родилась». Да. И это отношение этих трех человек между собой я и хотел бы сегодня разобрать. И давайте посмотрим первое видео, где ты будешь Брэдли в этих Купер... отношениях четвертым. Давай. Давайте. Где Брэдли Купер и Ирина Шейк идут с ребенком. Это одно из последних видео. И обратите внимание, но вот это люди уже не в паре. Смотрите, особенно это видно по поведению Ирины Шейк, как она идет сзади, голова опущена, плечи сведены. Ну, то есть девушка находится в подавленном состоянии. И, как мне кажется, на данный момент их уже не связывают какие-то романтические отношения, а именно уже единственная связь – это вот ребенок, дочка. И автомобиль. Лев. Да, и автомобиль. Может быть, еще ипотека, ну откуда ты знаешь? Давайте посмотрим следующие кадры. Здесь как раз-таки будут скриншоты из того, что наснимали. Следующее изображение, пожалуйста. Да, вот еще раз повторюсь, вот видно, как они идут. Да, ну и здесь, если еще Брэдли улыбается, то Ирина, конечно, уже в подавленном состоянии. И для сравнения можно посмотреть фотографии, когда Ирина гуляет одна с ребенком, с дочкой. Давайте следующий кадр. Здесь она уже более счастливая, видите, как широко улыбается, когда нету рядом вот ее мужа, отца и ребенка. И следующий когда кадр. Когда нету мужа, да, ребенку даже лицо не замазывается. Да, и здесь тоже видите, как она довольна, ну, никаких гневных эмоций она не испытывает. Давайте посмотрим следующее изображение, где они вместе опять же гуляют с ребенком, и можно опять вот сравнить, как меняется лицо Ирины рядом или без, рядом с мужем и без мужа. Mm-hmm. И еще два кадра, где они уже выходят последнее время на совместно в свет. И здесь, конечно же, я представил для сравнения то, как себя ведет Брэдли уже с Леди Гагой. Mm-hmm. И вот если посмотреть, то он с ней больше улыбается, смотрят они друг на друга больше. Ну и следующий кадр. Здесь также он больше получает удовольствие, находясь со своей, так сказать, новой подругой. Ну, как мне кажется, да, новой пассией. Ну и последнее видео, самое говорящее. Тут они втроем. И как Ирина дает руку Брэдли. И посмотрим на его эмоции. Давайте последнее видео. Тут он явно вот такая сильная поджатая улыбка. И беря руку своей жены, он чем-то недоволен. Ну, в итоге, я думаю, да, брак их распался, и не последнюю роль здесь сыграла Леди Гага. Ну, либо она просто появилась в нужном месте, в нужное время, когда у них был какой-то разлад в отношениях. Опять звезды попали под твою лупу. Да. И все ты о них нам рассказал. А можно я попросить в следующий раз, когда ты придешь, рассказать про ведущих? Может быть, ты тоже что-то замечал? А я веду на вас досье, у меня есть уже, да? Съемочки, конечно. Леонищенко ведет на всех нас, да, досье, имейте в виду. Спасибо тебе большое. Было бы классно, если бы ты это все составил в один текст и отправил сообщение от «Утреннего экспресса» туда, в Инстаграм Леди Гаги. Точно. Реклама нашего «Утреннего экспресса», да? Илья Онищенко, эксперт по лжи, профайлер у нас в гостях. Если хотите давно разобрать какую-то звездную пару, какую-то ситуацию, то пишите, что именно вы хотите разобрать, в группу ВКонтакте.